настроение. На торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции Российской Федерации, глава республики поздравил крымчан с праздником и вручил награды. Отличившиеся граждане получили почетные грамоты и благодарности президента России, а также Орден Дружбы. Специалисты энергетической отрасли и искусства были удостоены звания заслуженного энергетика, художника и архитектора Российской Федерации. Кроме того, достойно поощрили медицинских работников, торжественно вручив государственную награду – медаль Луки Крымского. Хорошая традиция накануне государственных праздников, накануне Дня Конституции Российской Федерации, награждать отличившихся наших крымчан. Притом, конечно, это незначительная часть только людей, которые заслуживают добрых слов, наград. Это на самом деле знаковые дни, когда хочется сказать вам огромное спасибо за ту работу, которую вы делаете, за вашу позицию, за человеческую позицию, за выдержку, терпение, особенно медицинским работникам, тем, кто сегодня на передовой находится в первую очередь. Низкий поклон за все, что делается.